Республиканский фонд капремонта подвел итоги работы за прошедший год. 236 миллионов были потрачены на обновление инженерных сетей многоквартирных домов. Сегодня представители управляющих компаний, администрации районов и городов собрались обсудить, как будет организована работа в 2016 году. За 2015 год в республике капитально отремонтировали 294 дома, больше, чем планировали. Какие-то дома были признаны аварийными и автоматически перешли в другую программу. Некоторые работы управляющие компании провели в рамках текущего ремонта, сохранив средства фонда. Были ситуации и наоборот, когда проблемы вскрывались уже после утверждения перечня работ и приходилось искать дополнительное финансирование. Сейчас запланировано 427 многоквартирных дома в ремонте находится, но это может корректироваться в ходе уже реализации. Все зависит от того, насколько мы правильно спланируем работы, да, от этого и качество работы зависит. Соответственно, нет тут мелочей. Хотелось бы все дефекты, существующие в домах, запланированных работах, все предусмотреть в проектах, чтобы не допускать ошибок при работах.